мы сели в самолет до Пекина. Что это еще раз? Осел. Осел? Что за китайский император играет в бильярд? Прелестный вид. Конечно же, я шучу. Мы вернулись из деревни, и поэтому мой вид такой. У нас был аж, было очень много людей, было очень много работы после, и поэтому видок у меня не презентабельный. Вылет через 10 часов, багаж еще не собран, поэтому сейчас я приведу себя в порядок и будем с вами собирать чемоданы. Что же делать 7 часов полета в самолете? Я уже на самом деле придумала, чем бы я хотела заниматься. Вообще, я недавно начала читать книгу «Дориан Грей». Я знаю сюжет на русском, но сейчас я читаю в оригинале, на английском мне очень нравится. Взяла специально для того, чтобы читать в дороге. Это фонарик для книжки. Можно менять яркость, температуру. В общем, такая универсальная вещица. Также я скачала фильмы на телефон. И что? Я также планирую спать. Время 5 утра. Я уже встала. Сейчас дособираю вещи по мелочи. Немножко макияжа, совсем немножко. И мы выезжаем в аэропорт. Какое красивое утро. Какая красота. Все-таки я люблю раннее утро. Каршеринг всегда в Москве и ездим сами. Вот у нас впереди еще целый день вылет в Пекин в 8 вечера. Смотрите, как красиво в терминале С Шереметьево. Очень просторно, много людей. Березочки. Такие вот вкусняшки. Мы сели в самолет до Пекина, очень устали за день, но теперь готовы отдохнуть. Не знаю, как это получится, лететь на 8 часов. Вот. Так что увидимся уже в Китае.
Все такое красненького цвета. Китайцы любят красный цвет. Я бы хотела вам показать, какие тут красивые стюардессы. Что это? Носочки. Носочки, прикиньте. Носочки. Зубная щетка с пастой, это прям необходимо. Беруши. Масочка для сна. Wake me up. Так что мы можем сказать уже в Китае.
пролетаю сквозь стены. Сегодня будем смотреть это место. Может, там еще что-то есть? Большая коробка? Мы вернулись с китайской стеной. Теперь решили просто пройтись по нашему райончику. Всем покажу. Сейчас в парк идем, да? Не парк. Я хочу здесь недалеко, а не место. Да, есть один улица. Все, и ты, маленький. Что это еще раз? Это лю да гуэ. Лю это осел. Осел. Осел? Осел? А почему осел? Не знаю. Я не знаю, что это. Ну, это очень странно. Я даже не понимаю, что это напоминает. Ничего. Это свой вкус какой-то имеет. Русский магазин. Наша. Попугайчик на голове. Как мило. Thank you.
Смерть снимаешь? Смерть снимаешь? Здесь написано, что мы находимся в Китае. Мы в Китае. Ты здесь снимаешь? Мы в Китае. Мы в Пекине. Мы в Пекине. В Китае. Доставщик номер робот. Он такой с нами. Небольшой рум-тур. Вот как заходишь в отель сразу. Здесь и раковина. Я с Пекина таскаю цветочки до сих пор с собой. Они в прекрасном состоянии. Поэтому они со мной. Все в таком стиле. Короче, это сетка отелей. В Пекине мы останавливались в таком же. Здесь можно сделать небольшую чайную церемонию. Огонь не будешь, да? Все, я включила. Так, а? Куда макай? Ты что-то боишься? Туда. Да. Чуть-чуть соли. Соли вкусная. Да ничего не будет. Да я понимаю, но неприятно. Ты не думаешь, что это просто еда вкусная? Она реально вкусная. Yeah.